Во вторник, 3 апреля, в Конгресс-отеле «Форум» открылась бизнес-школа Рязанской области от деловой среды. За 8 недель обучения ее участники пройдут 8 мощных семинаров и 6 онлайн-занятий от ведущих экспертов и успешных российских предпринимателей. Коммерческий директор пружинно-завивочного завода и эксперт в области продаж и управления персоналом Александр Яковлев рассказал о важности работы предпринимателей с клиентской базой. Бизнес-школа «Деловая среда», которую мы сегодня будем здесь запускать, первый день, который стартует, это уникальный проект, который правительство Рязанской области совместно со Сбербанком, с дочерним предприятием «Деловая среда» запустили этот уникальный проект, и я сегодня его открываю. Первый день будет направлен на то, как предприниматели работают со своей клиентской базой, что они делают, что наоборот не делают, как нужно правильно структурировать в этом плане работу, потому что клиентская база – это самое ценное для любого абсолютно бизнеса. И, к сожалению, на сегодняшний момент, да, на сегодняшний день не все предприниматели понимают ценность и важность работы с клиентской базой. Так вот, моя задача сегодня донести на практических примерах, на где-то, может быть, в игровых моментах показать, что это важно, нужно, и это нужно делать на ежедневной основе.